Привет, Ваня Юдаков. Привет всем. Я молчу, слушая музыку. Прикольная песня. Привет, Николай. Спасибо, Ваня. Вообще, этот трек звучит не так. Тут он... У него поменяли аранжировку и ускорили запись. И, видимо, подразумевается, что так вывели из под действия авторских прав. Видимо, бот не распознает или что-то в этом духе. У меня такое подозрение есть. Трек где-то раза в полтора медленнее. В оригинале, если не в два... Так, надо из Дискорда ливнуть, чтобы он не подгружал процик. Так, если что-то громко играет музыка, там сразу давайте знать. Не надо это терпеть. Секунду. Так это надо делать. Примерно так. Чисто диджей. Ладно, побаловались и хватит. Так, что там у нас? Никто не заходит. Да, хватит это терпеть. Иди сюда, кот. Just can't follow.
Я просто понял, что я давно не заходил на двойку. Эту зону я немножко вспомнил, как играть. Теперь пора заходить на двойку. А следующим разом буду разбираться с мидом. А ПВО душновато получается. Крайне душновато. А вот беда, я его и так не могу получить. Ну, то есть, штормер, рапиры, центурионы не приедут вместе с колесками. А вульверин слабенький. Поэтому вся надежда на Сасу, на Линкс 3. Хотя, с другой стороны, допустим, убрать немного командосов. Да, как раз 5 поинтов не хватает. Да. Но это минус 2 пехотинца. Тяжело. Еще и по идее надо чем-то вот этот кусок перекрывать, если я собираюсь ехать по центру. Ну ладно, смотрим. Всем привет, кто подтягивается. Сегодня поиграем разными деками. Британцам, красным драконом, еще кого-нибудь возьмем. Может, голландгерманцев вспомню. Колесно-механизированного. На элитке. Два способа заезда. Первый наглый, через центр дельты. Надо подконтролить дома, чтобы тебя не убили из домов. И врываться на дельту. Я дома не контролю, меня могут спокойно перехватить на центре. И второй, менее наглый, через дальнюю дорогу. Он более долгий, с одной стороны, а с другой стороны, более замаскированный. Абонент очень долго не видит, что происходит. Маленький не понял, зачем дапы. Потому что если они... Да-да-да-да, вот она, эта колонна, которая может меня накернить. Так вот, про дапы. Если они для того, чтобы работать... Вот, теперь они переместились. Теперь они работают.
А чё ты так быстро откидываешься-то, Мишка? Ты чё? Моментальная реакция, блин. Так, это сюда. Это сюда. Здесь у нас что? САСом? Нет, здесь не САСом надо, здесь СБСом надо работать. САС там уже есть. И еще одна БМПТ-ха. Нет, здесь я, конечно же, уже не пройду. Тот частично остановил меня с меда чел, частично отработал сам виновник торжества. Ну, допустим, хорошо, тогда танки и пару птуров на защиту. Вот они, эти самые игрушники. Сейчас будем отрабатывать по ним ганшипом и нурами. Промазал. Ну, конечно же, ты промазал, мудила ты криворукая. Это британские гранатометы. Они не попадают принципиально. Никто не знает, в чем дело. Все считают, что они правда меткие. Потому что у них фактическая формальная дальность хорошая. Но они не попадают. В упор причем. Допустим, так, это срочно высадить. Сюда еще одного САСовца. Ну что, где эти придурки-то? Я уже готов встречать так-то. А он куда-то вышел. Вот они. Пиздец. Так, там, по крайней мере, кэшемку нашел. И еще, допустим, боевую пехоту придется вытаскивать, раз это не срабатывает. И танк в придачу. Плюс 2 есть, пока хватает. Еще разведки. Еще надо будет танчик один вынуть. На миду у нас дырка. Да, на миду полная дырка. Плохо. Надо забирать мид. Чтобы забирать мид, нужен ДПС. А там меня нету на этой позиции. Попробую забрать дельту. В итоге.
пробую забрать дельту через дешевые танки и мексасы. Хорошо. Еще СБС. Еврей вообще никакой. Ни единого юнита ДПС он бесплатно отдает юнитов. Плохо. Что еще я могу сказать? Плохо. Мне еще нужны танчики, чтобы справляться с БМПТ. Похоже, пустые бэхи. Привет, отшельник. Привет, Russian Win. Привет, Рилинг. Сейчас, парни, потная опять катка пошла на ровном месте. Развертывание не задалось сходу. Теперь вот надо тащить. А у меня еще ПВО нету в этой территории. Вообще нет ПВО. Где-то у него здесь стоит разведка. Вон она плюс-минус показалась. Хорошо. Ну, тем не менее, это в плюс. А сейчас будем добивать.
собственно говоря, демонстрация, почему ГРУшники не так уж и хороши. Вместо того, чтобы шотнуть танк без брони с одного выстрела, они с ним на полном серьезе дрались. Если бы я по контролу, я бы мог его даже убить. Я забыл совсем про эту хрень. И надо было поконтролить. Да. Еще одного Вульверина надо забрать. И еще одного САСовца. Да, второй мы уже мажем, потому что в панике. 22-й гранатомет. А третий вообще не летит, если это не какая-то спарка. Опа. Кончается топляк. Отлично, КШМ пора. И заодно готовлю ударку через низ пускать. Не расконтролил. А ты-то куда полетел, седьмой? Я надеюсь, ты этого бота уже отправил в бан. Какого бота? Если что, я сейчас не в Дискорде. Я его отключил. Поэтому, если там что-то, давай знать. Отработаю. Забаню. Опа, спецназ. Иди сюда, мое солнышко. Иди сюда, мой сладенький. Иди сюда, мой спецназерский. Вы тоже это видите? Четыре ослава вырубают спокойно. Без каких-либо проблем спецназ. Полный стек. Мне вот это не очень нравится. Надо здесь посмотреть, что происходит. Играя за британца, чувствую себя вьетнамцем. Это партизанская война в чистом виде. Это гурки, это САСовцы. Ох ты. И вот все в таком духе. Хирлендер надо спасать, этих можно уже мувом прогонять дальше.
Все, теперь надо сюда еще немного вытащить мясо. Так, и вот так. Отлично, убил. Да. Один мимо, второй. Не хватает пробития. Так, там я починился. Это сюда, в запас. На ремонт. Наш бедный спецназ, вот поэтому его не берут. Да, именно поэтому его и не берут. Он не просто стоит денег, он занимает карту целую. Именно это страшно, то что он целую карту тратит, а не делает ни хрена. По лесам то, что он бегает, конечно, никто не виноват. Но он тратит карту, понимаешь? Он тратит целую карту на вот такую херню. Чапораль прекрасная. Правда, не выпадает, но позицию заняла хорошо. И мне еще нужно штурмовой пехоты. Недорогой. Для создания массовки. Там еще есть пехота недорогая. Отправляю тоже вперед. А на ее место призвать пару хайлендеров потом в деф. Не срабатывают маленько БМПТшки. Они классически переоцениваются. Поодиночке они не справляются даже с гурками. Которые косые, кривые, хромые. Ни в кого не попадают. Но гурков достаточно, чтобы разбивать одну БМПТшку. Поэтому они берутся парами. А если, допустим, как в Блицвар моде, ты не можешь взять парами, то у тебя огромные, мать его, за ногу и за руку проблемы. Тут уже второй чел приехал. Отлично. Значит, там снизу можно продавливать, если здесь уже два чела. Где-то я покупал чифтейны, мне они как раз здесь и нужны. Там три стека пехоты приехало. Я подозреваю, что это ВДВшники. И вот ВДВшники, они крайне-крайне опасны. Опа, точно, здесь же может птур сидеть. А, спецназ, хорошо. Хорошо, назад. У меня, правда, транспорта не осталось, но жду чифтейнов. Еще, кстати говоря, чифтейнов. Нахуй спецназ. Он даже отвечать не хочет. О, господи. Позорище. Ладно, рискую.
проезжая вперед. Здесь мне, кстати говоря, ПТУР выбили. Его бы неплохо восстановить, а это все сюда. Если что, Николай, помогать надо не мне, забирать надо Фокстрот. У меня тут, конечно, чипарель богов, все дела, приехала. Но мне нормально, я и сам прохожу. Там может, допустим, МИД поработать, вот эту зону, чтобы подкрепления быстрее подъезжали, как вариант чисто. Вот это гурка-британец, который собран на пехоте полностью. Гурки берутся, потому что это топовая британская пехота в соотношении цены-качества. Все дела. Да. Опа, наконец-то появился ПТУР. И они еще и бегают со скоростью элиты. Сейчас я попробую показать, если хватит времени, как они штурмуют. Штурмуют они тоже прекрасно. Ну а там дальше в зависимости от карты, в зависимости от зоны, от пожеланий, добираются гранатометчики, штурмовики, спам, пехота. И это именно пехота-пехотная сборка. Хорошо, ЦСКА зарубила Итоху. А это дорого. Теперь с таким преимуществом в пехоте я вполне себе могу позволить отступить, потом вернуться. Ну, чтобы ПВО не вытаскивать. А вот это переключить вниз, например. Там оно мне уже не понадобится сверху. Браво, я заберу. Единственное, что Мексис должен быть позади линии пехоты. Все, я полетел на штурмовку. Чифтейны. 11-й лоб прекрасно справляются с любыми штурмашами. Их единственная проблема, они не ездят. Тут они сработали, тут они себя окупили даже. Скорость 30-ка доходят спокойно до квартала. Даже если им чуть-чуть помешать. А вот ил это уже опасно. 1-4 тормозит всю группу. Ну ладно, выжили. Они жирные.
КШМ-ка появилась, хорошо. Правда, кто из них? Дальняя КШМ-ка. Да, вот теперь чариотиры. Чариотиры против чифтейнов, к примеру. 72-ки бы тут нормально справлялись. Нехорошо, но нормально. Слив бэушек пошел. Я КШМ вытащил на мид? Да, вытащил. Вущ, уже камера, экран телефона погас. Опа! Игрушники победят в такой ситуации жакетов. Еще раз привет, Рильник, еще раз Отшельник, Рашан, Артем, Архаон. Всем привет, кто подтягивается. Саперы на БТРТ передают привет. Да, БТРТ без саперов разрывает британцев только в путь. Безобразные косые гранатометы, которые попадают один раз из двух примерно. Не примерно, а по факту. Не имеют третьего выстрела. Один попал, один промазал, дальше сдох. Так. Пропуск кадров, трансляция в порядке. Ладно, пошли дальше смотреть. Значит, что у нас тут по пехоте-то? Против БМПТ работают специализированные мексосы и чифтейны. Вот она одна БМПТ, вот она вторая БМПТ, что еще здесь? Хайлендеры работают, там 24-е бронепробитие, тоже с двух выстрелов. Пара хайлендеров убивает БМПТ-ху. Особенно если в борт поймать. Еще Мексос по БМПТ сработал. Гурка две БМПТ-хи зарубил. А, напомню, противник катал их соло, без пары. А без пары даже гурки справляются. Еще две БМПТ. Они у него не лучкованные, там их дохерища. Саперы на БТРТ. Команда стоит в Д, особенно если пьяные, 2 августа. Там челы криво бомбят. А куда ты будешь бомбить? Там весь лес засранный. Ты такой странный, блин, Архаон. Куда ты будешь там бомбить? Ты же нифига не видишь. Понятно, что ты будешь криво бомбить. А я разбегаюсь. Как раз, чтобы бомбы летели не в меня. Пожалуйста, только не в меня, сэнпай-кун. Кстати, есть еще одна особенность саперов, когда они жгут огнеметом, вражеская пехота не может стрелять с гранатомета, начинает бегать как умалишенная, а БТР стреляют. Да? Да. Тоже верно. Еще раз, возвращаясь к этой деке, вот эта вот карта, единственная карта, где эта дека работает на 100%. Это единственная карта. Если говорить, допустим, про перевернутую, долина, да, долина Плудзинь, это панчбол, там Плудзинь.
то есть лес пехотный по центру. Туда противник пригоняет танки уровня 2, первый леопард, и сбривает всю пехоту. Тут оно не работает. Там не работает. А здесь постоянно просветы между деревьями, перелески, сложная пересеченная местность. И вот на этой зоне деки, собранные по типу британского мотора, работают лучше, чем где бы то ни было еще. Может, где еще что есть? Допустим, вот здесь. Танков у меня нету. Пехотная себя реализовать тоже не смогу. Красный дракон работает примерно так же, как предыдущая дека. Британская. Пересеченка, узкая местность, закрытая местность, то есть, и реализация пехоты и ДПСа. Тут такого нету, поэтому буду спамить, буду снабжать, буду обеспечивать ПВО и воздух. Ну, воздуха мало, одну КШМ надо убрать, взять еще один истребитель, как пример. Я даже, наверное, так и сделаю. Это вот так, а это... Да-да-да-да-да, 5 поинтов надо, черт. Тогда ничего не буду менять. У британского мотора такой же минус, как голландгерманца. Отсутствие колесного ПВО. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому ты работаешь там, где тебя не волнует воздух. Вот как, например, здесь очень большой лес. Куда бомбить? Там несколько раз были сброшены бомбы. Часть попала, часть промазала. При этом часть попала, но там еще куча других отрядов. Пехота, пехотный спам. Такое вырубать довольно сложно. Ну, если ты, конечно, не скопишь большой блоб бронированных машин, допустим, стек сразу 4 БМПТ с постоянным отчином. 4 БМПТ с ремонтом, они там будут систематически проносить все. Так, раз лушендюй, два лушендюй, раз танк, два танк, мне понадобится наверх его угонять. У меня нет птуров, нормальная фракция выставляется, ставит сюда ракету птур, и ей нормально, мне придется выкатывать сюда танки. Эту позицию я тоже не закрою птуром. Ну хотя бы так, может кто-нибудь что-нибудь подвезет. А... придачу. Раз, два. И три. Дальше. Раз, два, три. Ну и на первый поинт и полетит Ми-6, чтобы заправлять ПВО. Дополнительный кроталь, в случае чего забраться наверх, пострелять по вертовысадке. Что лучше, 7 птуров обычных или 4 с лычками?
Тебе 4 не хватит. У тебя выбора нету. Ты должен брать 7 обычных, без лычки. 4 птура не хватает на даже на 30 минут игры. Смотря зачем, в последнее время частенько использую дешманские фактории. Не-не-не, 7 или 4 это вариант с топовым птуром. Это, видимо, про советскую деку, про конкурс идет. М. Раз 7 и 4 разброс. Фактория здесь ни при чем. Кстати, привет, Мифинс, тоже давненько тебя не видел. И совсем не потому, что не стримил почти месяц. В скобках нет. А у меня уже кроталик готов. Чего тут надо размикрить маленечко. Рискнем выставиться. Не, сыкотно. Очень сыкотно. Пиздец. Ближе. Так. На замену еще две машинки. Это назад, это пускай подходит ближе. Чуть-чуть не хватает всего нам на этой позиции. Надо, наверное, КШМ-ку вытаскивать. Надо дорубать, пока стан есть. Минус раз. А вот здесь надо мувить.
Тем не менее, хорошо. Остался один Леклерк. Один Леклерк. Еще один Ми-6. Парни, пускай сами себе вытаскивают пока грузовички. Чуть позже я еще поддержу. Вытащу грузовиков. Кишемка от Хейнса. Прекрасно. Вот как раз именно от него CV-шка и нужна была. Все, бургер-маги работают. Отчинивайтесь. Отчинивайте все свое говно. А я сюда перевожу еще танки для отстрела спама. Пока нет ударной волны, пока разведка не стала на своей позиции, есть тайминговое окно, чтобы починиться. Это надо обязательно использовать. Хорошо, проходят вперед парни. Еще две пары грузовиков, один в запас. И второй тоже в запас. Не хватает рекона здесь. Пехотки. Чем я еще могу помочь? Либо спам, либо антиспам. Я, пожалуй, ради исключения вытащу разочек антиспам. Это 62-ки. Тут я смотрю, Николай сам себе спамит. Это прекрасно. Ждем, естественно, от основного игрока на зоне спама. Он должен быть. Его нет, но он должен быть. И вытаскиваем антикоробочные средства. Хочу ПТЗ-шек, прям очень сильно хочу. Они будут справляться не лучше, чем обычные 62-ки. Но я хочу. Хейнс какой-то херней занимается. Понимают, и он идет на Елену, это прекрасно. Но зачем оставлять кучу поинтов на Леониде, если там уже стоит куча поинтов? Пошли два пятки. Я мои полномочия все. Отстрел, сразу же двигаем. Не, минус БУшка. Надо добавлять больше танков, Николай. Двумя ты будешь до талого усираться, здесь ничего не сможешь добиться. Увеличивать надо массу. Объем, жир. Вот. Ты потому и берешь Советский Союз, что у тебя есть возможность. Фух, промазал. У тебя есть возможность
увеличивать количество танков. Вот, сейчас Хейнс аккуратненько заходит туда, и это прекрасно. Но опять же, там шпадаванцы, им тяжело пробивать броню. Но это все равно отлично. Я надеялся, хотя бы ПВО отработает. Но ПВО не справляется. Я 3 машины потерял. А от союзников пока нету ПВО. У нас один чел не воюет. То есть я вижу постоянно Николай что-то делает. А этот даже не покупает армию. Погнали, еще пара градов. Арта должна работать постоянно. Выордили все грузовики, как обычно. Так оно всегда и бывает. Их здесь негде поставить. Пипец. Подставил опять свое ПВО под залпы. Продвигаться надо, блядь, снимать разведку. Тут никто не наступает. Тут до сих пор может сидеть разведчик, который высвечивает все ПВО, высвечивает все залпы и так далее. Да-да-да-да-да, вот они прям под носом стоят. Тут один чертила поинты жрет у нас. Одну модерну купил за все время игры. А можно было уже заканчивать партию. Ладно, что я еще могу сделать? ПВО я потерял. ПВО больше нет. Тут тоже выортили. Надо снимать все это говно, продвигать фронт дальше. Нельзя допускать сюда вражескую разведку. Николай до сих пор не покупает танки почему-то. Там 4-3 машины. Одна погибла со старта, больше танки не погибали. И у нас до сих пор одна БУха из армии. Я ебал, парни, я не знаю, как вам объяснять. В чем проблема купить танки? У тебя на совке одна задача, ебаный в рот, покупать боевые машины. Чем ты занимаешься 15 минут? Николай. Ой, блядь. У нас и так одно чудовище не играет. Не ты еще чудишь. На миду парень накопился, он готов атаковать. Это не опасно, но неприятно. И я тут слил кучу поинтов, потому что, блядь, нету отстрела. Просто нету отстрела. Мы не можем убить вражеские юниты, потому что нечем убить танки. С одной бухой зад-назад катаешься, ничего не можешь сделать. Покупаю CV-шку на Леонид. Пока буду работать здесь, пока не появится армия. На Харитоне. Бэхи, допустим, куда? Хер его знает. В ремонт пускай будет БМки.
Так, это вперед. Это назад, это в бок, это с другой стороны пойдет. А я покупал кошемку? Да, я покупал кошемку, она уже приехала. Перевожу на Харитон. У Эмки не в позиции. Ага. Так, шестерка. Это сюда ближе. Надо ремонтировать. Да, 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 стандартное место ставишь. Оно прекрасно там работает. Учитывая, что он, у них Vision есть всего Леонида. Стандартный. Хорошо, 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 хорошо. Работай, дорабатывай. Добивай эти два пятки, не отпускай их. Не увидел, что убила кротоля, но, видимо, сидит Руевалк. По нему можно работать минометом. Еще одна волна атаки пошла. Так, предположим, мне надо свои танки выходить, а не предполагать. Если я здесь поставлю ДПСа, почищу пролесок. Модерны нихуя не делают. Чел просто жрет поинты. Вот. Вот это использую. Я пробую почистить этот участочек. Очень хочется. Да, спам, как обычно, вовремя, как раз когда все погибло. И коплю на тяжелые танки. Тут вообще не проходняк полный. Да, тоже стандартное место. Здесь нету позиции, где можно было поставить в открытом поле, она бы не светилась. А все леса, они уже давно известны. Пока мы стоим на Харитоне, челы копятся на Леониде. У нас уже нет поинтов защищать Леонид. При том, что тут три модерны, которые ничего не делают. Дальше, 70-90-е. Да я сам месяц как не играл почти, пишет мне Финст. Как не зайдешь, все какие-то нубгейм, где сидят 4 семидесятника и набирают против себя команду двадцатников. Да, я тоже заметил. Прям вообще душно стало с ними. Предельно душно. До сих пор Хейнс не привез сюда Птур. Хотя тут 2 часа что-то делал. Чем заказываешь ПТЗшки по одной? Хочу. Хочу.
А, он подождал, пока все точно сдохнут, и поехал сливать модерны. Ой, чудовище. Просто мутант. Да, наверное, буду готовить теперь группировку ударную на Елену. Леонид у нас забирают. И Хейнс посливал всю армию на Борисе. Теперь у нас забирают и Иван. Вот здесь проблема была. Здесь никто не пошел вперед. Когда была такая возможность, когда все зачистили. Ой, блядь, а теперь уже... Это пиздец, блядь, просто нахуй. Выигранная катка, все, что требуется. Возьми армию, отправь в ту сторону. Пизда. У вас ВВДшник в команде или Антанта? А фиг его знает, я не знаю. У него конкурс М есть, да? То у нас... То УВД. Конкурс М, Модерна, конкурс М. То может быть даже и чехословак на самом деле. Нет, это Антанта. АТ-шки. Ай, блядь. Забираю сюда, то забираю сюда, сами там ебитесь. Я поехал на Леонид. Пока ситуация не критическая. Тут даже если они оба сольются с удержанием Леонида, ну хоть что-то. Хотя потенциал, конечно, говна. Сначала въебал в БУхе отдельно, потом въебал у Эмки тоже отдельно. Охуенно. Так, что мне еще понадобится? ПВО мне понадобится. А ПВО уже нету. Эти чудовища справа забрали все. Что за баг? Как это так? У меня же была другая вкладка открыта. Да слава тебе яйцам! Наконец-то он ливнул. Я пошел сливать все его самолеты сраные. 4 штуки купил. Ничего больше не купил. Говна поел. Катку чуть не въебал. Упырь. Просто человек упырь.
Ага, там у них уже критмасса танков. По крайней мере, ДПСа. Понятно. Все беды от долбоебов. Не, все, здесь уже не пройти. Я просто херею порой. Только тех, кто тупит безжалостно и сливает катку. Так, здесь это все уже нахер не надо. Здесь тут такой потенциал. У нас ушки охуительные. Тяжелые танки мы потеряли. У нас осталось только какое-то дерьмо. Что с этим можно сделать? Да, нас здесь выбьют скоро. И Леонид. Кара приехала. Восстанавливаю танк. Покупаю дерьмовые танки. Покупаю дерьмовые танки еще немножко. Это слить, это заправить. БМки не работают нихуя до сих пор. Это сюда. Погнали. Да, 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 да. Вот про что я и говорил. Здесь 2/5. Тут танки, а здесь у нас ушки. А, я еще контролить же должен. Черт. Да, у нас 80-ки. Еще 80-ки. Танков нету. Ой, гля. Это не совсем бесполезно убивать пятипоинтера. Они качают самолеты теоретически. Надо несколько целей, правда, сбить для этого. Кара — это лучший выбор, понятное дело, для напалма. Они просвечивают с мида, вот здесь сидит разведчик. Он видит вот этот участок и немножко заглядывает сюда. Никто до сих пор не потрудился сюда подъехать, его счистить. Два чела играют на Харитоне. Полтора чела. А один Николай играет. Понятно, что он не сможет вычистить. Особенно без танков. Да, ушки идеальный выбор против 2/5. Вообще шикарный танк. Они хоть кого-то у тебя, Николай, убили за всю серию, скажи мне. За все время, когда ты их используешь. Хотя бы кого-то. По-моему, они у тебя никогда никого не убивают. Ты продолжаешь их снова и снова выкатывать.
Хейнс – это игрок, который во время игры рекламирует не майонез, а кетчуп. Пока течет мой любимый кетчуп. ВП лучший верт, соотношение цены и качества один из лучших. За 90 поинтов покупать такую хрень. Это классно. Но без этого соотношения там есть машины посерьезнее. Как обычно, разведки нету. Ой, блядь. Вот у него танки. А это цели. Хотя стоят они хорошо. Надо только не отъезжать, а уже разменивать их начинать. Будешь отъезжать, будешь их сливать бесплатно. Да. Про что я говорю? Они не стреляют, хотя должны. Посейвился 3 машины. А вот теперь они больше уже никогда не будут стрелять. Великолепный выбор. Говна. Вместо того, чтобы собрать 4 танка со старта и разъебать здесь все. Одну машину потерял, вытащил чемодан говна. И это победа. ПВО так и не купил за всю игру. В пизду. Вот он, наш шитер. Это из-за него все и пошло. Это не из-за Николая, а из-за вот него. 67-9. 3200 завоеваний, он просто не явился на войну. Ой, блядь. Могла бы хорошая катка получиться. Боты зло. По птурам ВП слабенький. Сейчас про ВП. ВП 22 птур. В принципе, 4 птура на 22 этого хватает в притирочку. Какие альтернативы? Это Ми-28. Да, тут 25-е бронепробитие, 2800. Это акула. 2800 на 26 бронепробития. 130-150. Дальше, американцы. Базовый вертолет. 20-е бронепробитие на 8 ракет. Что тут еще есть? 80 поинтов, такая же цена, но всего 4 птура без ничего. Тоже птуры офигительные. Апач. 8 хеллфайеров, вообще шикарно. Но все вот эти самолеты, вертолеты стоят очень дорого по 120. Их мало в деке, там в ВПХе 7 штук, а апачей 3. Причем их можно лычковать, брать 2. А падают они одинаково приятно. И слабые птуры ты нивелируешь большим количеством и микроконтролем. Да, ты залетаешь в борта и стараешься работать по бортам.
Плюс это не столько против танков зачастую, сколько против вспомогательных средств. Пехоты, транспорт, БМПхи. Понятное дело, что топовый вертолет ПТ-шный это лонгбой. Но у Совка нет лонгбоя, а К-50 слишком дорогой. И еще и занимает слоты, к тому же. Вон тот верт за 80, это Hellfire. Такой же птур, как на лонгбое. Причем у него точно 70, но это не гарантирует, что он отстреляет 3 из 4. Он может отстрелять 1 из 4, 2 из 4. А потом идти на зарядку. Погнали, Самары скатаем. Только он меня сейчас кикнет. При этом кроме Птура ничего не везет. Да, АВПшка потом отстреливает Нуры, потом отстреливает еще из минигана. Как там эта хрень? Господи, простите, 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 парни. Чуть не убил чатик. Черт. Надеюсь, это было не минус уши. ГШК. Или ГШ-30К. Спаренная автоматическая пушка. ВП 55% точности. У меня ВПшка на облете забирала два танка за 155 просто из автопушки. Да, она может. Слушай, подожди, а... Да, мне не потянет процессор. Создай сам комнату, Бустарт. Это не барское дело, Архаон. Я, в принципе, не люблю создавать лобби. А если еще надо следить одновременно за вами и за игроками, это прям, да... Надо понять, куда пойдет фантом, а уже от этого танцевать. Я тогда пойду в город. Поинтов сохранить. Так, поеду. Они будут двойку ломать. А, нет.
А, вот оно что. Так, Самара развернулся под колесное развертывание, да? Значит, тогда меняем план. Делаем раз, делаем два. Разведка остается. Разведка остается. Бустартир балалаечник. В душе базара ноль. Так, это выключить. Это проехать. Арта. Предоставляю именно ему возможность сбивать. У меня мало патронов. Все встали. Не договорились максимально. А, это легкая пехота. Господи ты, боже ж ты мой. Я думал, это элита. Да, тяжело будет сейчас. Б5 накопить, Б5, никуда не тратить. Еще нужен миномет. Так я додумал, у тебя там стаки элиты.
Ты такой, не. Ну да ладно. Господи, да сядь ты уже в квартал. Так, смотрим, что там дальше. Миномет где-то уже есть. А, миномет я выкупал. Миномет, вот он. Он еще пока не достает. Приехали невики. Приехали невики. Ничего себе, они новости. Прикольно. Я пока не вытаскиваю пехоту. Сейчас все зачинится, пойдет обратно. Будем бомбить. Как-то вот так вот. Так, и надо что-то вытащить взамен потерянного. Налево. Перекидываю. Или напротив, вытащить еще пехота и гарантированно забрать город. ДПС нужен. ДПС. 90-ки я потерял. Ну, по сути, здесь вариант один. Чунмахом выкатывать и обходить с флангов. Точно так же. Только с одной стороны 90-ик, с другой стороны Чунмахо. Вот он, город наш. Теперь нам надо идти дальше. А дальше идти пока нечем. На Федоре есть, на Дмитрий только осталось поставить. Федор по минималке занятый, полетел. Облет хочется. Ага, Самар уже работает. Тогда я не буду. И продолжаю копить Чонмахо для охвата. Бачангсу отдам, пускай они вздыхают, чтобы не мешались. Приехал Акзарит. Ладно. Так. Зарядка. Все, ждем атаки пехоты теперь.
А, я думал, это облет будет. Это так просто. Смотрим, что там дальше. Амфибиль, отлично. Что может амфибиль? Ни хрена. Что могу я? Спалиться, да? На миномете. Тем не менее, Макбет. Тем не менее, какая там грязь. Халявные фраги. Винам слишком современен для бустарда. Что значит винам слишком современен? Музон играет, но музон играет тихо. Если что, могу только прибавить немножко звука. Пошли НМ-ки. Так, чел, давай-ка ты пока постоишь с выключенной пушкой. У меня же чиномоходы должны были приехать. 90 светится. Нужна атака снизу, чтобы включить пушку. А, все, скомпрометированные они были. Хорошо. Все-таки пожадничал. Добрал. Так, это назад. Ну мы так долго стоять можем, если никакой движущий вперед не пойдет. Очень долго. Ну что ж, я знал, на что иду. Я это понимал. Зачем берут деки 85 года? В чем прикол? Неужели не сильнее современных армий? Они не сильнее современных армий, но, во-первых, современными надоедает играть. А во-вторых... Блин. Во-вторых, там есть своя фишка. Если враг не готов к этим декам, они могут уничтожать все. Лучше всего они в командниках себя показывают, когда выкатывается спама больше, чем есть возможность зарядить патронов. Танки. И отрывают лицо.
Хорошо. Еще и церкву добрать. Давайте, Кратали, я вас верю. И Кратали обосрались. Плохо. Минус один Чонмахо. Тем временем. Нужна движуха. Нужна движуха. Пошли посмотрим, что там еще внизу можно открысить. Допустим, увидеть. КШМ-ку, Макбет, ПВОшку. Только с выключенной пушкой. Аккуратненько очень. Да, не доконтролил. Ладно, пошли забирать тогда вот этот огрызочек в соло, без поддержки. Для этого мне понадобится пехота, и для этого мне понадобится немного ДПСа. Надо восстановить одну Чонмахо, эту не потерять, естественно. И забрать кусочек позиции. Поторопился забрать, пока Курнас не убил всех. Чонмахо. Разведка. Это отставить. Другая разведка. Из этой куха. Усрёй Койник, Валькирия. Он первый, он в городе сидит, команда Сями. Двое. Ну, естественно, у него двое. А чё не четверо? Так, парни, давайте подсобрались дружно. Знаю, тяжело. Знаю, прям хреново. Но Бустарду что, вошла за интернет платить? А до сих пор бабок нету. Так что не будет интернета, не будет стримов. Не будет стримов, не будет интернета. Давайте, парни, подсобрались, чуть-чуть осталось. Самую капелюшечку. А я тем временем подумаю, чем я могу помочь на миду. Да ничем. Представляю, когда фантом орёт сейчас. Да, жаль, не получится у меня запуститься нормально с Дискордом. Там сразу же отвалится все, что может отвалиться. Накоплю 300 поинтов и куплю себе армию. Черт. Такая позиция была классная. Так, забираю этот грызочек, потом перехожу на Федор. Там я смотрю, ему чел этот не помогает с двойки. Да, да. Сюда КШМ для начала.
Вот он где. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пивонок. Вот где Самара. Типичный Самара. Ладно, поехали так покупать. Там хоть фрагов поворую. Но если не будет денег, то я тебя смотреть не смогу смотреть. Блин, замкнутый круг опять получается. Замкнутый круг. Нет стрима, нет интернета. Нет интернета, нет Wargame Red Dragon. Есть еще 140 денег. Думаю, хватит двух машин. Докупаю разведку дополнительно и начну спамить. Там спам нужен конкретно для развития. Движухи. Поехали. Не попал, лох. Нельзя стрелять, нельзя палиться. Хорошо, минуска первый. Порвали. Дальше еще спам. У нас мне уже двойка отваливает с тем временем. Непонятно, чем чел занимался на двойке. Ну, как-то так получилось. Спасибо огромное за поддержку. Russian Win. Осталось чуть-чуть, парни. Чуть-чуть, совсем маленечко. 450 до интернета. Топовые стримы. Топового стримера, чуваки. Даже мне смешно это произносить. Ну да ладно. Спасибо еще раз за поддержку. Очень важно, очень полезно. Как-то копируем, он вроде бы и норм, а вроде бы и подзаливает маленечко. Опа. С запозданием КШМ-ка приехала. Так, поехали. Еще спам. Идем волнами.
Вот он, этот экзорит дополнительный. Кто-то из нас должен заплатить и остаться без Анета. Что значит кто-то? Все! Все! Остаться без Анета, в смысле. У них года самые золотые были в армии. У них 80 года, как у нас 2005 года. В смысле, ты имеешь в виду, что у них в это время на пике была армия? Возможно. Только почему у нас 2005 это в пример приводится? 2005 это типа только чуть-чуть выбрались из говна. И не до конца. Не очень люблю такой геймплей. Сидишь 40 минут. Один чел не приехал на войну, вот этот. Один чел сидит на пивонках. Вот видишь, Мефинст, получается замкнутый круг, как обычно. Нет интернета, нет зрителей. Нет зрителей, нет интернета. Ну такое, было до предела скучно. Этот Зетеку бесподобен. Вышел на позицию, отстрелил. Макбет, Хавк, Хавк. Акзарит. О, все-таки добрал каким-то образом бас. В тот момент, когда не контролил. Да. Да. Это неплохо отыграл Removal Service, но я не хочу эту карту играть. Она прям тяжелая. Значит, это я отыграл. Пора брать Бралтику и катать Бралтикой. Напоминаю, две вещи. Первое. Скоро пройдет турнир по казакам 2. Там вышли уже точные сроки, не вышли, не знаю, надо посмотреть. По казакам 2. Сам коммунист уже тренится. Сам коммунист уже тренится. И второе. Да, оплата интернета осталось 2 дня. Поднапряжемся, парни, я знаю. У нас у всех вместе взятых это получится. А чего ты за такую так расстроился из-за позиции? Там надо было говорить хорошая позиция, надо было еще 2 заказать. Там понимаешь, в чем дело? Напротив ЗТКухи стоит тетка первая. И они эту ЗТКуху сносят. Поэтому я там не стал ее восстанавливать. То, что Затыкуха жила, это не мое достижение. Это мне позволили враги, которые ее не стали убивать. Позиция-то шикарная. Туда можно ставить... Да хоть 2 стека топ-танков. Они все оттуда убьют. Эта позиция контролится с вражеской стороны. Прыжок к салу.
Вот когда такой чел заходит, он сразу же определяет стратегию игры. Если он вламывается на Фёдор, мы должны все бросить, полететь с ним на Фёдор. Понимаете? Если мы этого не делаем, он там сливается, и типа поражение. У меня нету пехоты, а вертолетной. Поэтому буду приезжать в основном по земле. Дам ПВО, дам тяжелое ПВО. Разведку и тошку. И элиты. С одной стороны, элита здесь не сработает. Тут прилетят вертолеты, все зачистят. До боя в город не дойдет. С другой стороны, я смогу вот здесь в случае чего подраться на этой дороге. Душная карта. Да не то чтобы душная. Но она специфическая. Ладно, надоело. И с тобой я в катку попасть не могу. Я же специально подождал, когда там одно место было. Ну, сори, чел. Ты просто берешь, создаешь сам лобби, такой пишешь бустар там, заходи. Если это не какая-то подстава с башенгом меня, я захожу. А то был прецедент на днях. Челы такие собрались, сидят, 4 чела. Давай, заходи. Или 6 ли их там было? 15. А так, если будешь хостить, я-то только рад, когда есть постоянно кому зайти. Так, немного пропустила там целую кучу чатика. Сори, парни, что не отреагировал. Надеюсь, все понимают. С одной стороны катка, с другой стороны я очень невнимательный стал. В прошлой игре, когда она начала тупить. Архаон — это персонаж из Total War Warhammer. Вряд ли он игру Wargame понимает. Если Архаон не понимает Wargame... Персонаж из игры. То кто вообще понимает? То кто вообще? Вот с этой позиции можно спокойно высвечивать наше ПВО. Поэтому эту позицию надо подконтролить. Я забыл про это совершенно. Надо приезжать сюда и смотреть, убеждаться или убежаться, что там никого нету. Один сокол отдам, а этими пойду убежаться.
не достал. Баркан. Единственный способ для еврея приехать колесно, и тот говно. Господи. Мне респ нужен, чтобы на Григорий вытащиться. Дебил. Там какая-то движушка. Хачику и Шики. Надо деф выставлять уже на респе, блять. Упущен тайминг выезда. На Григорий. Сейчас из-за этого мудака придется ставиться здесь. Я как раз успевал приехать. Но мудак решил иначе. По крайней мере, удалось задержать, высадить его. Чуть помедленнее пойдет. А, даже отдал разведчика. Все, теперь кэшеем на Федор. И стоим, дефаемся. Кэшеем уже едет. И кэшеем на Дмитрий. Все-таки Мишку вытащу. И с респа. Ее могут сбить. Так, лучше вот так, наверное, делать. Еще дополнительно птур и готовлюсь входить. Есть ураган. Нет, смерч. Там уже прилетела кошемка. Я опоздал. Так вот, есть смерч, значит, мне не понадобится. Ураган доставать пока что. Я могу сконцентрироваться сначала на танках, а потом докупить все остальное. Не, парни не шевелятся, парни не дефаются. Привет, снайпер. Он же мастер войны. Да, Архаон мастер войны. Докиш. Привет, Докиш. Да, ты вовремя попал, базара нет. Окружаем. Бомбим, расстреливаем со всех сторон. А теперь, когда Куимару со всех сторон под прострелом, можно въезжать сюда так. Так зона забирается очень легко и просто. Если, конечно, противник не дефает вот эту зону. Вот эта зона отвечает за вот эту зону. И тогда не получается окружать, тогда тебя окружают. Единственное, что еще на танке иметь тяжелые.
а не одного разведчика, бойца. Да, надо накопить на танке. Все, две ушки есть, мы сейчас заберем запросто эту всю позицию. Без каких-либо проблем. Вот, они начали отрабатывать фланг, и теперь взять будет гораздо сложнее. Так, раз, два. Нет, это было слишком нагло. В городе спецназ. Это отлично. В скобках не очень. Еще раз пробуем кошемку ставить. В чем проблема-то? Все, разобрались. Да, никак. Прям никак. Ладно, буду копить туда на свои танки. А, вот бляха-муха. Я сюда могу поставить кошемку, и у нас будет плюс 3. Вообще, здесь не обязательно атаковать, но я все равно покоплю деньги на CV-шку. Интересно, сколько самолетов я пропустил? Привез такой Нева, и Невы не работают. И там кошемка есть. Не знаю, короче, куда мне приткнуться. Григория я уже не успею забрать за это время.
Ну и чё? Надо ПТУР зарядить. Он стоит там очень хорошо, но пустой, как сердце бывшей. Колесные Невы. А чё такого? Колесные Невы, между прочим, уезжают из-под Орты. Прикол не в том, что они там лучше стреляют, а то, что они уезжают. О, ваншот в Electric Voodoo. Потихонечку сдавливают. У нас есть Елена. Я все еще продолжаю собирать на видеокарту. Спасибо огромное, Докиш, за поддержку. Ты тот самый человек, который сделал возможным дальнейшие стримы. Но я пока на карту не собираю. Не нужно, пожалуйста, больше скидывать. Там с этим есть определенные проблемы. Я карту пока брать не смогу. Не буду. Так что в этом плане оно бесперспективно. На текущий момент уж точно. Спасибо за поддержку. Что имеем, то имеем. Блин, он меня убьет. Хорошо. Прямо в чувака. Вышибли нас. Ну, ладно. Ладно. Придется тогда забирать Григорий. Мне-то пофигу, у меня есть только путь. Спасибо, Докиш. Это так, я где-то в интернете вычитал. На гитаре нельзя научиться. Гитара — это не ремесло, гитара — это путь. Там я впервые услышал такую тему. Так, еще, допустим, сюда одного чувачка. Если бешу, то тебе совершенно пофигу, ведь донат, главное, чтобы на пользу. Спасибо еще раз. Оно обычно такое, подход заканчивается тем, что внезапно твой донат попадает... какую-нибудь торговлю наркотиками или оружием. Ты не сможешь забрать Григорий. Ну теперь-то, конечно, 20 минут там копился чел. Я сейчас вот этот, более того, потеряю. Там чел 20 минут копился, я сейчас... Но. Нам не нужно его забирать, нам 15 поинтов надо накапать. Это немножко другая задача.
кстати, да, как вариант можно завертарашить. Почему нет? Опять окружаю с разных сторон птурами. Тут едут парни на бэхах. Сейчас. Оп-оп. Дым раз, дым два. У них вложение в город идет. А мы тогда забираем Гришку. Кончик Гришки. Полписечки. Сразу же КШМ-ку. Тут чел хорошо встал на этой зоне, но он мог бы, допустим, раньше прийти на помощь на Федор. Сейчас выбили бы раньше чувака туда. И пушили бы уже центр. Или пропушить сам центр мог бы попытаться. Он всяко-разно не сможет, если я прям поднапрягусь, он не сможет полностью перекрыть вообще весь Григорий навсегда. Будет всегда возможность, все равно будет возможность как-то где-то что-то открысить. Какую-то КШМ-ку поставить, где-то артой накрыть. И все в таком духе. Вот, я уже вышел на ПВО. А, у нас эта Елена отпала. Это меняет дело. Разительно. Тут еще может быть проблема. Выставляю деф. Мы знаем, где у них КШМ, кстати говоря. Даже артой... А! Минус танк уже, черт. Даже артой можно будет выстегнуть. Фугаска. О, господи. Какое говно. Все, что может идти не так, оно все идет не так в этой партии. Так, давайте... Может, ураганом отработать? Или бомбером? А, поехали. Я уже расслабился, когда мы взяли город. А теперь приходится вытаскивать, как не в себя. А вытаскивать я уже не хочу, у меня лапки.
Ну еще кэшем. Осталось 10 поинтов. У меня как раз 3 кэшемки по 5 поинтов на каждую. Может облет? А, он видит у меня здесь птуров. Мефинст. Он мне точечно танком выбивает птуры. Значит, у него все здесь видно. Если даже видно пацанов с двумя хпшками. Ну тут тоже понятно, что все видно. Снабжуха полупустая стоит в бровке, и то не в стелсе и тупит. Вот это? Смотрю, ты мастер влета в игре, все ПВО на старте фланги отправлять буду. Да, есть такой эффект. Когда ты знаешь, что чел облетает, ты берешь и готовишься к этому. И он не может тебя облететь. Не, надо подождать, когда еще одна плюшка ляжет. Блять, сбил на водку. Черта пошла. У нас опять забрали Елену. Кшемка вот здесь. Остается только узнать, какого она типа. Я буду облетать по центру. Вот зона, где можно облететь. Примерно здесь. Самое наиболее вероятное. Но у нас уже на Дмитрии армия стоит. Еще одну серию на случай, если там бронированная КШМ. На Елене. Откровенно уже клоун гейм пошла. Клоуническая война. Есть клоническая, это клоуническая. Меня даже терзают смутные сомнения, что это с нами действительно Коми играет. Сам коммунист. Он любит такие темы. У нас пацаны на Дмитрия. Так, еще раз. Так, 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 так. Так.
Ладно, пошли по-другому чизить. Это уже... Это уже трэш пошел. Нам кошемку выпилили. Жесть. Что происходит? Где все? У меня уже нефть нету. Ну, поехали рандомить. Тут может сидеть ПВО. А вот здесь может не сидеть ПВО. Оно все, по идее, должно было вперед выехать. Нет, оно сидит здесь ПВО. Они могли уже выиграть. Тоже трэш-атака за СУхами. Может двойкой порандомить, а не единицу? На единице надежнее. Мы знаем, что на единице, где она находится. А на двойке нет. В смысле, если ты про Елену. А эту-то я так найду. Там пехотка. Это слив, противник сильнее, умнее и моложе. Главное, что моложе, Wargame. Главное, что моложе. А, я же вам не рассказывал, я ж теперь веган. Я вчера, короче, капусты поел впервые за года полтора, наверное. И такой, все, я веган, пацаны. Ну и сегодня тоже мясо не ел. А теперь я буду ходить и выделываться. А я веган, а вы не веганы? А я теперь лучше вас, потому что я веган, а вы трупоеды. Все обычное, что обычно делают веганы. Трупоеды жестковато звучит, но они примерно так и говорят. Или может даже прямо... Да, они прямо так и говорят. Не все. Хороших вегетарианцев мы сугубо уважаем. Я сугубо уважаю правильных вегетарианцев. Но они не все правильные. И есть я. Я теперь веган. Первое, что должен сделать настоящий веган, это придумать такое блюдо, чтобы оно было похоже на мясо по цвету, фактуре и по вкусу. Буду делать кабачки из кабачков котлеты. Второе, что должен делать настоящий веган, это всем объяснять, почему конкретно лучше, чем остальные. Ого, это что там бахнуло? Грузовички? Точно, грузовички. Мне нравится, как из дуба обрезает сообщение, если в конце сап-смайлик. Впервые слышу. Что-то, ну, он так делает. Но здесь посос, парни. Не сработала эта тема.
тут была возможность удержаться, вместо этого были куплены танки, потом выбили чела. Я с Григорием со старта не взял, потом не было фоба, вернее респа, чтобы на него зайти. А когда появилась возможность, парни уже притащили под крепу. И обоссали, и здесь тоже обоссали, и везде обоссали. Нет, мы еще можем победить, зарандомить CV-шку, например. Но это уже моральное поражение, скажем так. И еще и на Харитоне кэше мне рандомится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, хочу сделать какой-нибудь ивент, типа сначала челы играют в Wargame, потом челы играют в Warcraft, потом челы делают обед, бутер. Так, Wargame, Warcraft, потом StarCraft и Казаки 2. Как вам такой ивент? Кто-то будет участвовать? Междисциплинарная дисциплина. Что я еще могу подкрысить здесь? Подкрысить немножко воздуха потом. Им надо плюс 4, чтобы победить, кажется. Да! Они не успевают добрать на плюс 2 победные очки. Я почему и расслабился окончательно, что они в любом случае не победят. Лучшее, что они могут сделать, это ничью. Даже если на 500 наберут, это будет ничья. Тут надо продублировать кошемку, потому что это кошемка в зоне опасности. И как минимум ничья у нас. А если еще удастся побрить здесь CV-шку, она вот тут стоит, но не попадает сюда ураган. Все. Минимум ничья. Wargame, Warcraft и Казаки — это когда гусаров, убегающих от эльфийских лучниц, догоняющих эльфийских лучниц, накрывает РЗСО. Да. Гусар видит лучницу, он должен обязательно ее догнать. И что-то с ней сделать. Эльфийские лучницы — это не кресты. С ними можно. Да. Про что я и говорил. На зоне удара. И я вместо этого купил вертолет. Ну ладно, что теперь? Бывает. И тут я залился. А, нет, я убил что-то. Фрагнул. Может, с Бориса снять? Привезти на центр. Вот будет обидно, если на Харитоне стоит танк. Я же засек эту кошемку. Там, возможно, вторая приехала. Но я ее вот этими самыми глазами видел. Там стоит пехотка, и стоит она ровно вот здесь. Но! Там уже вторая кошемка. Блин, парни стараются, мне аж стыдно прямо перед ними, что я сливаю катку. Что я ничего не делаю, в смысле? Я бы на Федора влез в правом верхнем углу жахнул. Можно? Погнали.
Если что, по большей части из-за меня проиграли эту катку. Я не задефал Григорий и потом не вызывал армию, не покупал армию вообще. Так что союзники старались, я их подвел. Ощущение охеренное. Я понимаю, почему столько народа заливает катки людям. Парень такие, ща победим, а Бустар не покупает армию. И ему по кайфе, чё. Четверки, то, что я делаю, могло бы сработать. В тройке уже нет. В тройке надо по земле вытаскиваться. Нам надо набрать на 49 поинтов больше, чем им. Если у тебя не лучшая стата в катке, нищетово. А шо нищетово? Типа, в смысле, как будто и не играл? Или шо? Да по-разному нищетово можно считать. Я вот в лолке умудрялся залить так, что выглядело, будто вся команда тащила меня на дно, а я один Д'Артаньян. Но то лолка. А это варгейм. Да, я могу еще подкрысить Центурион, думаю. Он включен, скорее всего. Он должен ждать мои вертолеты. А я его подкрысю. Плюс сыграла стратка. Это All-in был изначально. Ты занимаешь Федор, если ты его не занимаешь, ты идешь лесом. Ну так оно и получилось в итоге. С Федора выбили. А дальше тут не взято, тут не взято. Не должно было быть здесь взято. Все на Федор. Вот. Только благодаря тому, что Елену удавалось закрашивать, смогли поднакопиться. Ну, плюс 4. Там они поставили свою CV-шку. Ей! Да, ну что-то я даже сливаюсь как-то. Не то чтобы сливно. Но это поражение фактически. Варгейм надо заливать тем самым скандинавским саппортом урона 6000 на 100. Не, скандинавский саппорт это быканы, а я быканить не умею. Хорошо будет, если наоборот, 1000 на 6000. Да, забрал я последнюю хренью 2 Центуриона Марксмана. Это решило дело. В плюс я, конечно, так и не вышел. И я надолго упустил из внимания Ниву. Возможно, несколько самолетов отработало впустую. Так, ну чё, парни, давайте ещё последнюю и по домам. Если я ничего не путаю, завтра будет ещё одна трансляция. Послезавтра и послепослезавтра не будет. Потом ещё я хочу две сделать. Так.
В арги... Там в деке нет столько БК на 6000 поинтов пролюбить. Звучит как вызов. Пойдемте к нубам. Какой-то безумный совершенно набег. Нубсон ли? Кто-то заходил, говорил, заходишь, там сидят семидесятники. Нубсон ли? Вот типа таких парней. 500 игр, ты уже как бы не новичок. Ты уже слабый игрок считаешься. Причем одинаковая стата, одинаковое количество игр. А, вероятно, они играют вместе. На какой-то специфической карте, которая специфически подготовились. Здесь 1000 поинтов. То есть не зарашить. Они уже понимают, где играют. Ого, снайпер пришел. Ну погнали. Погнали. Понимают, где играют. Что там еще говорил-то? А, ну это нубс онли. Да, конечно, есть приписка, что но это везде так. А приписки не везде. Хорошая стата сейчас у снайпера. И разведка появилась. Поддержки, возможно, многовато. Но это на любителя. Там, допустим, с собой сравнивая я. Да нет, то же самое. Но все равно многовато. Где-то 12-14% я считаю должно быть. То есть где-то идут пересидки, просадки. Может, ошибаюсь. Вообще близкие статы. С ума сойти. У меня самолетов меньше. А самолетов меньше, потому что я ДПС больше транспорта, меньше летаю. Вы дайте им прикурить, чтобы больше так не читерили. Сейчас посмотрим, что можно сделать. А действительно, даешь челлендж просрать 6000 поинтов за одну игру. Спасибо огромное за поддержку, Мифинст. При стандартных настройках это невозможно. Физически у тебя всего 5000. Поэтому придется ставить больше инкам. Сейчас, секунду. Придется ставить больше инкам и... В общем, давай так, Мифинст. В следующем стриме мы сделаем этот челлендж, мы зайдем каким-нибудь ничего не подозревающим пацанам и попытаемся слить 6000 поинтов. Там нужен инкам, там нужны дополнительные, возможно, очки на старте. А там больше 1000 на человека не получится, да? В тройке можно стартануть на 4000. Тогда бахнуть. Давай, вызов принят. Делаем челлендж. Значит, смотрите. Там у нас... Саппорт и британец. Что это значит? Они не приедут со старта. Это значит, я имею право взять и приехать в город первым. По крайней мере, умереть пытаясь. Там саппорт дека. Они будут стрелять. Что если взять эту партию и притащить ее во фланг? Там опять же британец и саппорт дека. Им нечем высаживаться, слить 6000 и победить. Не-не-не-не-не-не-не. Просрать. Действительно, даешь челлендж просрать 6000 поинтов за одну игру. Просрать, не победить. Вообще есть игры без лимит по времени так-то.
Кстати, да, тоже вариант. Пробую по этой дороге приехать первым. А если я приеду первым, еще раз, там один чел на саппорте. А один чел на британце. В общем, если я даю один раз залп артой, мне сокол лишний не понадобится. Там не будет вертовысадки. А если и будет, потом по земле можно будет ее остановить. Два птура туда, два птура туда, ПЗРК сюда. От Итошки отказываемся. И, допустим, танк. Она одна группа, дефная. Вот она вторая группа. Да, и танк. На прозапас. Там пацаны такие, к нам бастар зашел, сейчас затащим. Ща, пацаны, размикрю. Самый ответственный момент, чтобы не обосраться. Минус плюс стартовая 1000. Добрый день, какая нация с синей стороны может быстро развернуться в городе и дать отпор? Еврокорпус. Привет, Фурфурлайн. Еврокорпус. Только Еврокорпус с элитой. Пошла арта, как я и говорил. И ЮАР. ЮАР нет, ЮАР в городе не сможет подраться. Все-таки он полетел. Значит, в город никто не придет. А мне, чтобы заблокировать линксы, достаточно просто возле них встать. Угу. И там моторазвертка. Хорошо. Это я убираю в таком случае. Здесь преследование. КШМ. Без саламандры они нифига не видят. Саксона надо выпилить с наивысшим приоритетом. Викерсы будут не опасны против пехоты, а если саксоны займут дома, все, они уже заняли дома. Это гурки, вот именно в чем дело все. Это гурки. КШМ приехала, еще одну КШМ. Помогаем заходить здесь, помогаем контролить здесь небольшой саппорт.
Ну и тут основная зона. Саламандру не хочется убирать максимально. Я не отортил. Черт! Так, наверное, первый приезжаешь рюкатами, убиваешь БМП противника, приезжает стек буфала и ГГ. Еще раз, в город. Ты приезжаешь в город, и там у тебя нет пехоты в городе. У тебя там буфало. Понял? А оппонент притаскивает два стека спецназа. И ты все, ты закончился. В свою очередь, синий дракон или еврокорпус могут притащить элиты. Лучше, конечно, еврик, ну да, все верно, синий дракон на любителя. Очень сильно на любителя. Это команда Марины, это фальшьягери. Ну и кутеи у синих драконов. Какая сегодня Балтика? Тройка, семерка, ноль. Сегодня у нас Балтика нулевка. Что, тебе может порофлить над пацанами? Допустим, СМИ 6 зарядиться. Ты приезжаешь в город не первый, а одновременно с чужими колесами. Да, ты приезжаешь в город одновременно, все правильно. Я подзабыл об этом сказать. Привет, Андрюха. Нет, сегодня не Балтика, сегодня микс. Поиграли тремя фракциями. 50 минут плюс стартовая 1000. Тоже вариант. Так, а здесь нету никакого ДПСа, да? Итошку я вызвал, да, итошку я вызвал, дальше, допустим, вилку, и еще стак пехоты, хочу заходить на Елену, я не обязан заходить на Елену, это очень херовый план заходить на Елену, но здесь 1000 очков на 60 минут, мы будем сидеть так же долго, как в прошлой игре, если не бахнуть досрочный вин. Поэтому профлим с противников, заряжаемся у них под базой и потихоньку готовим врыв на Елену или на Федор. Оно одинаково приятно. Абсолютно ли. Ну, классический саппорт без снабжения. Кстати, про снабжение можно покормить немножко союзника.
Что произошло в начале? В начале пацаны приехали быстрым колесным спамом, я не отортил, а у нас нету чем ответить по этому пехотному спаму. Поэтому пришлось долго сидеть высиживать. Это не эти гурки, вроде диггеры, то есть. Вроде бы диггеры и дерьмо, но их так много. Продолжаю готовить ударку на это направление. Пару птуров. Еще разведку. Хорошо, подъехали скрежеты в бой наконец-то. Сейчас все это сложится очень быстро. Перевызывал снайпер маленько юнитов. Но это не фатально. Ми-6 долго очень стоит, получил на пол хп урона. Пора его убирать. Тут у меня еще был чел, я про него забыл. ЮАР в принципе плох в главном сражении. Независимо от того, город это лес или поле. Да, да. Фишка ЮАР в том, что в любую щель в бароне пролазит без вазелина и начинает творить ад на коммуникациях. Ну да. Там с коммуникациями тоже проблемы, потому что у тебя автопушки дерьмовые. Но концептуально, да, ну так и должно быть. Так, ураган не туда откидался, откидался ураган по себе. А якорей убираю из города нахер. Там мотострелков хватит. А якоря, господи, буду все время дохнуть. Мне нужно еще сюда откидаться чем-то тяжелым, может бомбером. Погнали. Вот он подъем, через который можно пытаться зайти. И сюда же перетащить вертолеты. Вот они. Так, а ураганы пойдут наверх. Раз кварталы, два кварталы. Во всех этих кварталах сидит САС. Помните, да, со старта были была попытка высадиться. Не откидалась, отменяем, перевожу сюда. Тут я, похоже, КШМ выбомбил. А, нет, все правильно, было зацелено. Там надо забиндить, ждать залпа и бахать. Подставить там САС, то нельзя сейчас сюда сгружать.
А вот сюда можно. Поехали. Отлично. Сиси, пошли в грузовик, сели такие. Жестко. Спорим, вы никогда такого не видели? Что, всерьез шел бой за Елену? О, господи. Тупо трэш. А он не может сюда стрелять. Мартиллериста этот херов. Он должен быть зацелен на город. У них там основной бой, понимаете? Вот он наконец-то начал. Это сколько времени-то прошло? Птуры жаль, птуры обидно. Кашаем это сюда, здесь поддержать, подсаппортить и готовлю уже удар на эту позицию. Блять, не хочу, не хочу элита, элита тяжелая, элита жесткая. Тут более классический удар будет с двумя вилками на фидера. Пока он тут летает, пока занимается всякой херней, я как раз успею подготовиться для удара сюда. Хорошо, пошли подсвечивать. У меня еще есть ураган, и у меня есть самое страшное, бомбер. Для него сейчас это именно самое страшное, бомбер, который будет точечно выбивать отдельные птуры. Он все здесь видит, благодаря вот этой газельке, которую я не могу достать. Поэтому мне необходимо прятаться. Раз, два. Вилку сюда. Тут КШМ приехала. Перевожу на Елену. Да, он будет ее видеть. Но я сделать ничего реально не могу вообще. Ставить. У меня еще один сокол есть. Могу.
хочется Ниву, но она очень дорогая. С него это конечно, с него и каждый сможет. Не взять Газель Канон сейчас с пушками, пулеметами. Лох, чё, не попал? А теперь все пацаны на районе будут над тобой ржать. Там еще какая-то зенитка стоит, кстати говоря, которая стреляет по мне. Не отставить. Без стаба. Поехали. Бомбануть хотя бы разочек. Бомбануть и вторую группу перевести через реку. По-моему, я еще вилки заказывал с этой стороны. Где-то я их не вижу, где-то нету. Хорошо. Хорошо. Фух, потная хуйня. Кстати, у кого у синих самый сильный танкист? Американец, британец, голландо-германец. Тебе бы на Елену колесное снабжение, ЗСУ без топлива уже. Да, да, у меня там было, я забывал все. Забывал все поднять его наверх. Я же купил и не использовал. Вилки я отменил. Плохо. Мне они нужны были. Не-не-не, Мифинс, подожди, ты не шаришь. Одна Нева – бесполезная трата денег. Их надо брать две. Когда ты рассчитываешь покупку ПВО, ты закладываешься сразу же на батарею. И Тошка сама себе батарея. Это противовертолетка все-таки. А Невы покупаются парами. Патриоты покупаются парами. За исключением там ранки, да. Парами покупаются, сейчас скажу кто. Буки, Невы, Кубы, все тяжелое ПВО покупается батареями. Рапиры можно, например, покупать парами, можно тройками. Роланды парами идут. И когда ты покупаешь Ниву, ты берешь две. Четырех ракет не хватит, чтобы все сбить. То у синих самый сильный танкист. У синих самый сильный танкист. И я. Я хочу посмотреть просто этот реплей. У них специфическое развертывание. Очень специфическое. В том числе заточенное под их стартовые настройки. В Бустарт насобирали денег на Инет. Теперь он будет каждый божий день стримить. И Бустарт для экономии Инета. Включай Инет только во время стримов. Я постараюсь, Wargame. По поводу стримов. Завтра будет стрим. Я все забываю, когда мне там надо будет. По-моему, послезавтра. Два дня без стрима. И потом еще пара стримов. А то я прямо от рук отбился без трансляции. Поехали смотреть. Мне надо еще знать, кто из них кто. Там общий саппорт и общий британец. Универсал британский. Содружество. Вот в этот момент, сейчас, сюда влетает мой ураган. Игра кончается. Вот это не приехало. Тут два ПТУРа мои. Здесь танк, здесь БТРы 80-е и 90-е. И мы победили. С
Смотрите, они вдвоем развертываются на деф. Это обычно минусовая стратка, потому что ты себя не контролишь тогда. Основной участок. Не хватает внимания. Снайпер немножко тупит в этом эпизоде. Город уже занят. Берешь, бросаешь все, танки уводишь обратно за реку, даже через дальний проезд. Покупаешь два урагана и как мудила стреляешь безостановочно в город по КД. Привет, Некит. Сейчас зайду. Уже нажал кнопочку. Так. И артиш. И все. Это 240 поинт, 280 поинтов. Это очень быстро. Они опять вместе играют в дельте. На дельте, то есть. И вместе дефают зону. Жестко. Ни шестой садится, его не видно. Встает, его опять видно. Разведка вне позиции, не видно, что там происходит. Вообще, я впервые вижу, что механизация брала дельту. Нет, механизация самый сильный стиль игры. Она изи берет дельту. Но только если у тебя вот этот кусочек, вот этот кусочек, если у тебя под контролем... Очень долго в ДС заходит. Еще и по делам какие-нибудь пошли. И такая шестерка там летает. Жесть. Все, как видишь. Тут нету никакого контроля территории. Нет ДПСа, который мешал бы нам въезжать. Это халява. И здесь, смотрите. Видели, да? Он не видел ни одного проезда сюда. Я опять перестал видеть, хотя там целая орда стоит на эхе. Вот я впервые вижу, чтобы брали эхо не со старта, не вертовысадкой, это правда. Тут привозишь пятипоинтера, разъезжаешь чумат, переезжаешь за реку без проблем. Так, что у нас в Дискорде происходит? Так, Некит ТВ, я зашел в Дискорд, я думал, здесь какой-то кипиш поднялся. Но тут чисто. Что случилось? Что случилось? Ладно, парни, раз в Дискорде все спокойно, тихо, тогда давайте заканчивать, закругляться. Реплей я посмотрел. Мне в целом понравилось, как они играют. Но это неэффективно. Дело не в том, что я не верю механам, дело в том, что ни разу не видел механизаторов на этой карте. Обычно 100-500 вертолетов, колеса арта по дороге. Ага. Понял, о чем ты? Ну вот, увидел. Впервые в жизни увидел. Да просто. Понятненько, понятненько. Вызвал бустарда в Дискорд.
А, поговорить, поговорить. Ну, сейчас, да, я закончу стрим. И за... Это ты в войсе сидишь, да, новичок? Все, добро, сейчас зайду к тебе. Все, всем удачи, всем пока. 30 секунд.